на платформе представлено 19 разных рабочих зон, 19 разных мастер-классов. Хочется подчеркнуть, что все руководители этих мастер-классов организуют их для детей совершенно бесплатно. Это их инициатива, они сами вызвались на то, чтобы организовать это для детей. Нашим партнером сегодня по организации сегодняшнего мероприятия является Сухумский офис детского фонда ЮНИСЕФ, которые обратились к нам с идеей проведения такого большого масштабного мероприятия в честь международного праздника детей. У нас большой опыт работы сотрудничества с коллегами из ЮНИСЕФ. Мы уже проводили на площадке ГУМа несколько мероприятий. Наше сотрудничество всегда очень радостное для детей. И мы решили, что сегодня таким образом под девизом «Игра как развитие» провести сегодняшнее такое мероприятие. Как тебе праздник? Нормально. А что тебе именно понравилось? Робот-футбол. С одним другом я играла, правда, он в красной команде был. И что? И я забил гол. Пока что мы были только в робототехнике. Там очень сложные механизмы. Я даже не могу представить, как их собрали. И большое поле. Играют 4×4. Да, еще хочу в 3D рисунок. Там 3D карандашом рисуют всякие рисунки. Много секций, и для каждого ребенка по возрасту находится какая-то секция. Мне понравилось. Пока что, ну, я хочу очень на VR, как-то. Я не помню, как это называется, на VR-очки. Сейчас что там делать? Там я еще не поняла. Пока что я тоже была на робофутболе, и там 2×2. А ты хорошо, Орел? Мультфильм «Анпио», «Гравити Фолз» Ахзу. Халак, ты фолз, дираб, ну, вот. С халак. Возьмите в руки скульптуры. Она должна быть устойчивой. Для того, чтобы не оказаться ей шаткой, наша основа должна быть очень плотной. Проверьте. Можете доложить глину. Вот буквально небольшие кусочки по краям, тогда она будет более устойчивой. Накладывая глину, не забывайте, что у нас 2 мм, значит, она толщиной. Тамара, выпрямляй вот этот вот изгиб, о котором мы с тобой говорили. Да, выпрямляй этот изгиб и оставляйте форму все-таки, чтобы вот очертания у нас не испортились. Не забывайте, что у нас еще место для крылышек. Я с детства очень люблю лепить, и я вот люблю разных аниме-персонажей, это мое увлечение. Мы с братом очень любим. И меня это заинтересовало, мамина подруга, вон она, Щака, она записала меня, я была очень восторжена, и я решила сюда прийти, мне очень нравится. Я вот, как видите, уже обклеила свою куклу. Получается? Ага. Елочка мы будем еще делать вокруг корпуса. Это будет маленькое гнездо для птички. А потом кому ты подаришь эту елочку? Я хочу подарить моей маме. А мне кажется, или у вас микрофон-то выключен? Ну, я давно хотела записаться, и мама, когда сказала, что мастер-класс проходит, мама меня сразу записала. Ангелочка люблю. А если у нас будет вот такой знак, смотри, вот такой, с красным, это означает, что нельзя на велосипеде ездить.
Красный цвет – это предупреждает. Кто едет на велосипеде, мог бы и покататься. Правильно, молодец, а вот бить там можно. Полозное движение. Ну? Когда красный, что надо делать? Когда красный цвет, надо стоять на месте. А желтый? А желтый – посмотреть по сторонам. Зеленый? Зеленый можно идти вперед. Сирей, один дюхо секция Джанхан, один дюхо Ахзон, Яхгуб Хейд, Ара, Убыск, Йоб, Ифтаху Зиге секция. Мне понравилось то, что тут очень много мест, где дети развиваются, лабораторные, один джухо, все это развивается. Даже для меня это что-то новое делать, один джухо. Это очень классно и очень хорошее мероприятие устроили для детей. Да, вот да. Мы сейчас пойдем, узнаем, как это делается, что-то новое. Нет, вообще, я делала с мамой, мы пробовали делать с мамой. Мы сможем делать, знаем да, рецепт. Мы знаем, как делать все это. Очень хороший праздник для детей. Вообще, мы еще хотим пойти на лабораторную, так что... Да, да. Химия. Давайте. Там очень интересно. Дерзайте. Удачи. Спасибо. Всем, всем хорошего дня. Сарая хая сета шоколад. Уйдары бзил. Рабха шоколад сырдзитит. Нас нахуя икустан и ласырюндит. Багет и тастан, нас оформочка куртастит. Нас истахас арбзага квастит. Абха аги абцома, и не бнеер, нас абцома? Ай. Ари кабцата зубцода? Сюэстю? Мы хотим в первую очередь поблагодарить руководителей этого мероприятия, что они уделили нашему фонду подопечным особое внимание. Я волонтер, уже как второй год являюсь волонтером фонда Шана, и мы сопричастны сегодня в этом мероприятии. С самого начала мы встретили их, и сейчас мы сопровождаем их на разных мастер-классах, которые выбрали сами подопечные. Спасибо организаторам за особое внимание нашим подопечным. Газера ятхуло, ачьяра ятхуло, аматарку и куршуны ахцит, еще харгылы, акырам татхуло, ахцону бри, яхатпи ижбо нюхара. Я не схожу, я хочу очарать процесс, но я не хочу, а хочу обрихмарла до нее, я хайбзина, и то, я хайбзина, и гуникало. То есть, я хочу, чтобы я хотел, 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 чтобы я хочу фонд ЮНИСЕФ хотел, чтобы я хотел, чтобы гума платформа. Он то у накрыхать храйт, а нас и выпшем макшаква, дар халар хадар, халар хуйт, а нас и херуп, рх абраю ахтор зигиха, абарта мастер-класс ку ми пызгу дар хал, худа псади артоит, хара баша яра матарку ятаху, ах хуйт харыц храйт, дар хал зиг артоит, рам тиг дар хал абра ми пыргут.